Эй, всем привет, друзья из Питера. Погода сегодня ненастная, тяпает дождик. Ну да ладно, не об этом видео. А видео у нас Сашки Радулове. Саня, ё-моё, что происходит? В общем, ребята, ситуация такая у нас складывается с Александром Радуловым. Вызвали его в сборную России на чемпионат мира по хоккею 2017 года с шайбой. Но Александр Радулов ищет работу. Как он сам заявил, то что если бы у него был бы подписан контракт на 5 лет с Монреалем, то у него бы ни о чем бы не болела голова, и он бы окунулся бы со всей головой в игру за сборную России. Но так как данного контракта у него нету, и, как он сам сказал, то, что он не может поехать играть за сборную России, так как если он, не дай бог, получит травму, то для продолжения дальнейшей карьеры в НХЛ с травмой как бы он никому не нужен. Как высказался сам генеральный менеджер Марк Бержевен, то, что он не уверен, то, что Александр Радулов останется в Монреале, потому что они уперлись в потолок зарплат. Сашка у нас заработал 5,7 миллионов долларов. Но подписывать контракт на 5 лет с более меньшей суммой Саня не готов. И поэтому Марк Бержевен сказал то, что навряд ли, что Александр у нас останется в Монреале. Не знаю, как что будет дальше, но я думаю то, что выдающийся игрок найдет себе свое место в НХЛ. Ну, если не в НХЛ, то в КХЛ. Вот такая вот информация. 5,7 миллионов долларов. Так что будем смотреть. К сожалению, Радулова мы не увидим в составе сборной России. Спасибо, что смотрели меня. Подписывайтесь, ставьте там пальцы, закорючки, точки, запятые. Всем море позитива, всем здоровья, ребята. И ждем новых видео. Всем спасибо, всем пока.